Маркос Пизелли будет исполнять этот корнер, это стандарт. Видим, мы станем штрафной площади трех актюбинцев. Вот, подходят высокорослые баронцы, и Миличевич здесь, и Симчевич. Подача. Ух ты, Аизбаев как скакануло, это гол! Это гол, друзья. Поздравляем красно-белых. Счет наконец-то открыт. Обошлось без ошибки вратаря в этой ситуации. Давайте посмотрим повтор. Маркос Пизелли подает штрафную. Ну, ракурс не самый успешный, прямо скажем. Давайте посмотрим с другого. Вот здесь будет все видно. Видимо, с вами и Марьяновича. Аязбаев пошел на выход и не достал до мяча. И Саша всех собак лишит, конечно, вратаря нельзя. Но в этой ситуации определенно он должен был... Он должен был выручать.